Мар будет принимать первый фестиваль «Дни высокой музыки в Арктике». Автор идеи, художественный руководитель фестиваля, известный скрипач Дмитрий Коган. В Ненецкий округ он приезжал в апреле этого года. Тогда же и приняли решение о проведении «Дней высокой музыки» в Нарьян-Маре. Откроет фестиваль классики 2 сентября в 19 часов. На большой сцене культурно-делового центра выступят профессионалы мирового уровня. Заслуженный артист России Дмитрий Коган, солист Большого театра Максим Пастер и солистка Мариинского театра Лариса Юдина в сопровождении камерного оркестра «Московская камерата». На следующий день, 3 сентября, Максим Пастер и Лариса Юдина проведут творческие встречи. А вечером состоится сольный концерт пианиста Алексея Курбатова. Кроме того, артисты организуют мастер-классы для учащихся детских школ искусств. Завершится фестиваль 5 сентября вечером скрипичной музыки в исполнении Виктора Абрамяна, преподавателя Государственной классической академии. Недорогие билеты 100 рублей, они имеют символическую цену. И мы надеемся, что жители будут неравнодушны к этому мероприятию еще и потому, что все собранные средства от этого фестиваля будут направлены на помощь беженцам с Украины.